Сейчас сеть покрывает 3 километра набережной от Эмеретинского пляжа до образовательного центра «Сириус». До конца июля высокоскоростной интернет станет доступен еще на 2 километрах побережья и покроет весь Олимпийский пляж. По прогнозам, за сезон интернетом воспользуется порядка 370 тысяч человек. Пилотный проект продлится до 1 октября. По его итогам, возможно, расширение зоны бесплатного интернета. Как отметили в городской администрации, это важный шаг для повышения туристической популярности и привлекательности Сочи как курорта.